Бешеный Реген. Продолжается осада. Секретам нужно как-то отбиваться. Возвращают Драгон Найта. Но Котл ставит свои иллюминейты и продолжает захиливать по 500. Такое ощущение, что следующая ночь станет ключевой. Ставится Дримкойл, ни в кого не попадает. Стан попадает в Резолюшена, БКБ имеется. Можно нажимать, Кунг нажимает Блокинг Бар. Дега начинает в синей форме, замедляя Кунгу, расстреливать его. Варлус Панч, Кунга должен погибать, погибает, байбека нет. Тем временем сзади, Спиритбрейкер ультует, Спиритбрейкер ловят, его также убивают без байбека. Неужели Вичи Гейминг, Джереми Шторм сделают это? Они как никогда близки, день будет еще минут 27 продолжаться. Они не собираются оставлять здесь. У них очень много ресурсов, чтобы продолжать драку. Пака ловит. Цепляют через монолик пак.